новогодней красе. Вся серебрится, пышна и стройна. Из лесу в гости пришла к нам она. Ребятки, как наконец-то мы все рады, что наступил этот долгожданный праздник. И вы все такие нарядные, красивые пришли. Поклопайте друг дружке. Молодцы. Слышу, музыка звучит. Это Снегурочка к нам бежит. Снегурочка! Ну сюда! Вот-вот вижу, бежит кто-то, бежит Снегурочка! Ой! Разве похожа она на Снегурочку? А кому она похожа? Ну-ка скажите громко. Блондинка с хвостиком. Да, сейчас проверим, какие твои хвосты настоящие. Обманула нас. Ну, это вы зря сделали-то. Ну почему? Как почему? Я к вам на праздник пришла. Хотела быть главной героиней, а вы меня вот так вот разоблачили. Так что не будет у нас теперь праздника. Как это будет? Так, Новый год. Так что домой все идите. Все, нет Нового года. В 2012-м все останетесь. На второй год. Ну что вы, бабушка. Ты знаешь, какие у нас детки хорошие? Какие? Они плясать умеют, да танцевать умеют. Сейчас они себе это покажут. Ну-ка все, вставайте, ребята. Посмотрим. Все-все, не стесняемся. Встаем и танцуем дружную, веселую песенку-повторялку про Новый год. Ну давайте, посмотрим вашу повторялку. Ну садите. Ну давайте, подпевайте, Снегурочка. Выходим, выходим. Это очень плохо. Давайте. Что такое? Новый год. Что такое? Паром мы идем. Мы идем. Хоровод. Хоровод. Мы идем. Мы идем. И поем. Поем. Спать себе. Спать себе. Не даем. Не даем. Мы идем. Мы идем. Позовем нашу настоящую Снегурочку. Я вот слышу, она идет. 3, 4. Снегурочка! Где она, наша Снегурочка? Сейчас придет Снегурочка. Ну давайте. Ой, ну она идет, красавица, идет.
Ну что ты? Идет мороз ледяным массажком, и ветви деревьев блестят, как хрусталь, и тают снежинки в ладонях. А жаль, серебристые снежинки надо мной кружат, кружат. Серебристые снежинки новогодний снегопад. Серебристые снежинки словно добрые друзья. Только жаль, снег не тает, а ему тепло нельзя. Здравствуй, бабушка! Здравствуй, здравствуй! А ты не скажешь, а не было ли здесь с Новым годом? Какого такого Нового года? Я как старая, наука мне ученая, не знаю, какой Новый год, где Новый год? Дети празднуют Новый год, но... Празднуют? Да я не праздную, я уже там в лесу сижу, не знаю, чем помочь тебе даже не знаю. Ты хоть дорогу покажи, где его искать. Дорогу я за все, это я люблю, Иван Царевичем дорогу показываю, красным шапочкам, и тебе сейчас покажу, иди сюда. Значит, идешь... Вот на той елке, вот там снежинки наставил, идешь, там под елкой сидит заяц белый. Вот найдешь зайца, куда он ухом поведет, туда идешь. Точно и, туда? Точно, заяц все знает. Идешь, 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 там лиса, видишь, лису рыжую, хвоста, хвостом машет. Куда хвостом покажет, туда идешь. Но главное, надо... подальше в лес зайти, там где потемнее, пострашнее. Уж прям. Конечно, ты думаешь, Новый год легко отыскать, Новый год он прячется ото всех, да, там где болото, лес. Так что иди поглубже, подальше, там найдешь Новый год, иди, спасибо, иди, иди. Бабушка, пожалуйста, иди, 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 найдешь там, найдешь приключения себе, найдешь, да. У Кикимора там с тобой расправится. Все, ушла ваша Снегурочка, сгинет в лесу, не будет у вас Нового года. Мне нравятся птички и рыбки, и веселая трель ручейка. И я не могу без улыбки. Смотрите на полет вдалека. Ну-ка за елку спрячемся, посмотрим, посмотрим, из-за елки что там происходит. Как же ты Новый год потерял, и что, что-нибудь на цве праздника никогда, что ли? И вообще ой, еще, какая. Еще Дед Мороз заблудился где-то, что ж делать? Ребятки, давайте поможем Снегурочку Деда Мороза-то позвать. 3, 4. Дед Мороз! Очень тихо. Раздались меня? Да! Здравствуй, внученька Снегурочка. А ты что такая заплаканная? Новый год украла лесная нечисть, и теперь не будет Нового года. Какая такая нечисть? Ну мне бабка дорогу подсказывала, такая она старая, горбатая. Ну, а с крючком? Да, да, вот она была. Так это же Баба-Яга.
Это она, Новый год похитила. Как я сразу-то не догадалась. А нет ее здесь. Есть, вон кто-то за елкой прячется. Ах ты. Вот сейчас она, вот она. Ну, иди сюда. Иди сюда. Вот она, вот дедушка, вот она. Да, за елкой прячусь, дальше что? Да, не стыдно тебе? Нет, не стыдно. Нет, не буду вас Новый год, все. Ничего мне не сделаете, так не будет. Не будет. Так, а ну-ка, снежинки мои, ну, заморозьте Бабу-Ягу. Ну, давайте попробуйте заморозьте. Снежинки, давайте, ну-ка, давайте. Давайте. О, летят, смотри, летят. Красиво летят. Вот. Ой, а что, похолодало? Ой, Дед Мороз, ты что, брат, что ли, заморозить нас решил? Смотрите, снег полетел. Приведу я вам ваш Новый год, но вы здесь оставайтесь и следите, чтобы как бы без меня что-нибудь не натворили они. Пойду на болото. Иди, иди. А мы тем временем, Дедушка Мороз, покажем тебе, какие ребята у нас смышленные. Ну-ка, ребята, вставайте все сюда, в центр. Быстренько покажем, как мы умеем танцевать. Сейчас кикиморы нам тоже будут помогать. Ну-ка, быстро помогайте. Встаем все в центр, ребятки. Игра называется «У оленя дом большой». Повторяем движение за нами. Но каждый раз музыка будет все ускоряться и ускоряться. И посмотрим, кто из вас самый ловкий. Сначала давайте без музыки отрепетируем. Оленя дом большой, он глядит в свое окошко, зайка по лесу бежит, дверь к нему стучит. Правая рука. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой. Заяц, заяц, не зевай, лапу мне давай. Всем понятно? Да. Итак, давайте нам музыку. Дом большой, он глядит в свое окошко, зайка по лесу бежит, дверь к нему стучит. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой, зайка, зайка, забегай, лапу не давай. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой, зайка, зайка, забегай, лапу не давай. У оленя дом большой, он глядит в свое окошко, зайка по лесу бежит. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой, зайка-зайка, забегай, лапу мне давай. Тук-тук, дверь открой, там в лесу охотник злой, зайка-зайка, забегай, лапу мне давай. У оленя дом большой, он глядит в свое окошко, зайка по лесу бежит, дверь к нему стучит. Ребятки, правда, дедушка? Да, вижу я, кто-то там идет. Кто это, дедушка? Ой, бабушка Яга Новый год нам возвращает. Thank you.
ворона Володя, он нам подкормил пирожками. А вот такой здоровячок-то, а? Дед Мороз, а? Молодец я? Вот так, а ты без Мороза хотел. Только непорядок у тебя на празднике-то. Не хватает чего-то. Ёлка-то, не горит у тебя? Как же так? А вот так вот, надо ёлочку зажечь. Давайте поможем. Раз, два, три, ёлочка горит. Для них есть. Загадки отгадают? А я тоже хочу загадки загадывать. Не дашь, нужно загадки загадать? Давай вместе загадаем. Так, ребята, сейчас Дед Мороз будет называть то, что лежит в новогодних подарках. Если это лежит в новогодних подарках, вы кричите «Да!» и громко что делаете? В ладоши хлопаете, ну потренируйтесь, да! А если этого не может лежать в новогодних подарках, то вы кричите «нет» и что делаете? О, молодцы! Ну давай, Дед Мороз, начинаем, давай! Есть в мешочках леденцы. А с капустой голубцы? Нет, молодцы! Красные конфеты. Да, эти молодцы! А вкусные котлеты? Котлеты, да? Ха-ха, вот те, да. Ага. Бублики-баранки. Молодцы. А из-под кофе банки? Ой, Рика им с котлетами банки приносила. О, Дед Мороз, да. Ой, да ведь подарки не странные. Наверное, Дед Мороз не приходил. Наверное, ясельная группа, да, там, наверное, вот Кощей Бессмертных не приходил, они его с Дедом Морозом перепутали. Ну, что там еще у тебя в подарках? Апельсины, мандарины. Макароны и сардины. Нет, правильно, нет. Давай зюморешки. Горячие пельмешки. Да! У них все в подарках. Молочные риски. Горчицы в сосиске. Нет! Чеснок и баклажаны. Нет! Яблоки, бананы. Да! А, молодцы! Ой, молодцы, ребята, отгадали. Молодцы, отгадали. Дед Мороз, ну про подарки хорошо, я понимаю, там и котлеты, там у некоторых из-под кофе. А где подарки-то? Здесь пришли на праздник, пели, танцевали. Я позаботился об этом. И где ж подарки? Я когда шел сюда, ночью встал. Я в классы занес все подарки. К ним в классы? Да. То есть пока они здесь, ты там по классу, слышали? Да. Подарки в классах. Нужно будет потом пойти проверить, если что, Дед Мороз, пока здесь мы его не отпустим, пока подарки не найдете. Значит, точно в классах, обещаешь? Обещаю. Обещаешь, так, ну. Дед Мороз забыл. А хоровод-то с главной песни мы так и не поводили. Вот, да, так, да, давайте. Получить хоровод поводить. Да. Третий класс, встаем в круг. А четвертый класс сюда идет ко мне. Четвертый класс. Второй круг, четвертый класс. Вокруг третьего. Четвертый класс. Четвертый класс вокруг третьего. Я четвертый. Давай.
концу. И мы предлагаем в заключение всем станцевать вместе с нами веселый зажигательный танец. Да, встаем все, встаем. Повторяем движение. Дети ждут меня. Вы не огорчайтесь. В следующем году я приду к вам снова. Пока.